вот еще? Краткая информация. Дело против Михаила Саакашвили приостановлено. Об этом сообщил адвокат третьего президента Грузии Руслан Чернолуцкий. По его словам, генпрокуратура еще 6 марта остановила расследование дела, согласно которому политику вменяют получение денег от беглого олигарха Сергея Курченко. Отмечается, что причина, цитирую, необходимость выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. Конец цитаты. Стоит отметить, что сроки расследования уголовных дел в Украине ограничены. Однако, если расследование приостановлено, период до возобновления дела не учитывается. Напомню кратко, 12 февраля пограничники выдворили Саакашвили из Украины в Польшу по процедуре реадмиссии. Вот так это называлось официально. Михаил Николаевич, вот и для вас продублировал я это информационное сообщение. А вы прокомментируйте его, пожалуйста, объясните, что оно значит реально на деле и почему дело остановили. Да, действительно, мы сегодня получили постановление прокуратуры Генеральной Украины о приостановлении этого позорного дела. Вы все помните, как Луценко громогласно, голосом Левита, она задором Вышинского парламента демонстрировал про то, что я организовал в Украине государственный переворот. Когда не разгоняли лагерь, но еще раз повторял, что мы хотели захватить парламент на деньги Курченко. Демонстрировал бы какие-то мультфильмы. А сейчас это дело вот так бесславно приостановлено, и они будут говорить, они говорят, что ну если что-то и будет, то мы только в рамках сотрудничества с Нидерландами, как будто Нидерланды как лучше с ними сотрудничать по этому делу. Тут ситуация очень простая. Они пробили очередное дно. Все, на чем они чистятся, это ложь, это обман, это то, что они употребляют в уголовных делах и так далее. Сейчас доказано, что не было никакого разговора с Курченко, был монтаж, и они практически это подспригнали на бумаге. Но уже доказано, что нет никакого дела, потому что дело приостановлено. Но я не буду на это останавливаться. Я требую, чтобы это дело возобновили. Я требую пустить меня обратно в Украину. Я защищу до конца, прикончу это дело суда, а потом я позабочусь о том, чтобы Луценко сидел, чтобы прокуроры, которые выполняли эти приказы, сидели, чтобы руководство СБУ сидело, чтобы они давали показания на Порошенко, который приказал открыть на меня и на других патриотов Украины это дело. Они должны сидеть, эти люди должны отвечать за то, тот вред, который они принесли, это нарушение, грубое нарушение уголовного законодательства, не фейковое, на этот раз настоящее. Я вернусь в Украину, дело должно быть восстановлено, возобновлено, а не приостановлено. Как они, обычно люди требуют, чтобы они закрыли дело. Я требую, чтобы дело заново открыли. Я требую, чтобы меня допустили в суды. А если и почему? Потому что на самом деле все, что делает Порошенко, основано лжи. Он пугает народ Украины терроризмом, войной. Он сейчас начал говорить, что российские, русские сейчас будут вмешиваться в выборы. Реально у него остался только один союзник, это Владимир Путин, благодаря которому он собирается оставаться у власти. И то, что в Грузии, кстати, его приказывал в декабре меня выкидывать, это тоже не случайно, что после этого произошло мое так называемое мое выдворение. И на самом деле все очень просто. Уже замолкли речи о 144 реформах, потому что все его осмеяли, в том числе и в мире. Никто уже не говорит, нет ни одного вопроса, по которому можно говорить, что они добились успеха, а то, что они делали, вытворяли про мне, по Давиду Сахаралидзе, которого сейчас будут судить послезавтра по Львове, и будут пытаться его приговорить 7 годам за отключение, параллельно ему говорят, да, из страны, а то мы посеяться садим. То, что делают того, что это парень Северион Донгадзе, его перебили сейчас в Киановский СИЗО и пытаются на него давление оказывать физическое, психологическое, чтобы отвлекал себя, отвлекал меня, это все они все равно продолжают. То есть ситуация очень простая. Они говорят, что где закончено это дело. Нет альтернативы. А я говорю, что альтернатива есть. Так, почему они меня выдворяли? Почему они против меня возбуждают дело? Потому что они, олигархат меня боится. Потому что в отличие от фейковых оппозиционеров, многих, некоторые из этих оппозиционеров, позор не только Луценко, позор некоторым так называемым оппозиционерам, которые стыдливо промолчали, когда меня клеветали, которые были даже счастливы, когда выкинули меня из страны. А почему их не выкидывать? Почему по ним не возбуждают дело? Потому что с ними все прочесано. Как бы они ни кричали, как бы они ни критиковали, с ними у власти проблем нет. У них были проблемы со мной, потому что у нас есть альтернатива. Мы будем работать на деле народного президента, потому что он пугает отсутствием альтернативы Порошенко. У нас есть экономическая программа, на которой мы работаем.
сегодня, позавчера, кстати, с депутатами, с группой Владимира Ланова тут в Амстердаме. У нас есть четкое видение, как вывести Украину из кризиса и как перетворить эту власть, у которой нет ни одного успеха, успешную власть. Большое спасибо за вашу позицию и за ваш комментарий. Кратко еще для наших телезрителей, которые следят за вашей судьбой, являются вашими сторонниками. Ну, часть, как минимум, да, во всяком случае. Кратко, где вы находитесь, положение дел, ваши планы на ближайшее обозримое будущее? В двух словах, Михаил Николаевич. У меня все планы связаны с Украиной. 18 у нас мирный марш. И когда кто-то говорит, а зачем мирный марш? Саакашвили водит хороводы, надоело, надо переходить на более решительные действия. А задайте себе вопрос, почему власть во время прошлого мирного марша закрыла 7 станций метро? Почему они организовали параллельные мероприятия? Почему они выставляют елки на Крещатике? Почему они прибегают к другим провокациям? Почему, в конце концов, они выкинули меня из страны? Потому что больше всего Порошенко боится мирного марша. Когда мировые телеканалы показывают сотни тысяч людей, вышедших на улицу Украины, он полностью делегитимизируется внутри страны и международном сообществе. Поэтому мирным маршам нет альтернативы. Когда нас будет несколько раз больше, и каждый раз, как добавляется количество людей, они обязательно падут. Я вам гарантирую, что они падут. Я вам гарантирую, что эти марши имеют свой эффект. Поэтому 18-го очень важно, что много людей собиралось. Потому что этот человек, который говорил, что надо прикрутить газ, а вы знаете, когда прикручивают газ, а когда прикрутили газ? А знаете, что добавляют люди? Они больше электричества потребляют. А в чьи карманы идут деньги от электричества? От Порошенко. То есть даже от прикрутки газа он получил личную прибыль, которая измеряется миллионом долларов. Это же факт, это же не моя спекуляция. Этих людей надо подвигать. И нет мирным маршем альтернативы, нет. И на том же мирном марше мы не просто будем говорить про Порошенко, будем говорить про будущее, про народного кандидата в президенты, про праймерис, про соревнования, про альтернативу, про выход из кризиса. И все это мы готовы. Я благодарю вас за комментарии, Михаил, еще раз. Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, был сейчас с нами на прямой связи.